Добрый день! Сегодня мы будем готовить оладьи диетические на основе овсяных отрубей. И вот вчера я посолила вот такую рыбку. Вот, и будем с этой рыбкой сегодня есть наши диетические оладушки. Вот, берем яйцо, соль. Ну, это все на глаз соль. Можно, пол чайной ложечки. Вот все это взбиваем. Так, добавляем 3 ложки обезжиренного сухого молока. 1 ложку кукурузного крахмала. Вот. Немножко разрыхлителя. Где-то чайная ложка здесь. Все это еще раз перемешиваем. Можно добавить немного молока, чтобы удобнее было взбивать немножко. Все это перемешиваем. Все тщательно, чтобы и разрыхлитель растворился, все соединилось. Теперь добавляем овсяные отруби. Ну, на глаз, ну, я думаю, что 3 столовые ложки. И такая хитрость, я добавляю выпечку диетическую. Льняное семя. И тоже столовую ложку. Если немного постоит, минут 15-20, то отруби набухнут. И тогда еще добавите молока, если сразу вытекает, то, в общем-то, вот такая консистенция достаточно. Ну, лучше, конечно, чтобы постояло. Вот так вот выпекаем. Очень быстро. Как обычный оладушек. Вот так вот выглядит эта красота с рыбкой, оладушки. Я желаю всем приятного аппетита. Всем пока!